я даю вам конкретное задание к следующему ролику. Возьмите в своей тетради, опишите свои очень удачные, очень значимые для вас моменты. Если вы помните, в первом ролике я вытащил у одного мужчины, молодого человека, как он в 9 лет выплыл из-под настила на реке. Наверняка у вас были такие моменты. Я вот сейчас прям калейдоскоп этих моментов у меня вспоминается, что было за всю мою длинную жизнь удачного, где я просто был пионером. Интересно, даже помню, как пионером выступал вот в этих речевках. Это тоже какой-то был значимый для меня момент. Вот берете тетрадь, записывайте. Первый. Постарайтесь вспомнить, когда это было. Привяжите дату, привяжите время года, привяжите ситуацию. Опишите эту ситуацию. Потом войдите в эту ситуацию, вспомните ее. Ощутите соматически телом, запахом, вкусом, цветом то, что было в этот момент. Друзья, наберите хотя бы 2-3 таких случая, таких значимых для вас в вашей жизни. И пусть это было 9 лет вам или 30, но были же такие моменты. Вот вам задание, сочинение. Напишите, как я отдыхал летом у бабушки. Это очень серьезно, очень важно. И перед вторым, следующим роликом этого этапа это необходимо проделать. Итак, записывайте, привязывайте к дате, входите в эту ситуацию, ощущаете себя там. И вперед дальше. У нас все получится.